instructions to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. The revolution will not be televised. Писали в Италии на этой неделе, что представители Политано встретились с руководством Милана относительно возможного трансфера, действительно. Интера, хозяева мяч сохранили, Домбровзио подключается к атаке, хорошая передача в свободную зону, Перешич, подача на ближний угол вратарской, однако Франческо Муни... Удар поворотом низом, и 1-0, Сассоло выходит вперед, 25-я минута, Матео Политано снова всех перехитрил, убивает, снова отличается футболист, который может быть... со следующего сезона будет играть на этом стадионе за Милан. Да, стенка подпрыгнула еще там и развалилась, и Политано этим воспользовался. Ханданович просто взглядом мяч сопроводил, там что-то Домбровзио пытался. Возможности перехватить мяч, отобрать мяч, но Интер продолжает атаку. Брозович пробивает издали, опаснейший удар, но Консили в броске вытаскивает мяч. 31-я минута, и Консили, ну, пожалуй, да, вот в этом эпизоде впервые серьезно вступил в игру в этом матче. Пас на Берарди. Берарди убегает, нет офсайда. Берарди в штрафную, удар низом, Ханданович на месте. Там Шкринер все-таки не отстал от Берарди навешивать. Рафинья выходит на ударную позицию и пробивает по центру. Консили успевает подняться и накрыть-таки мяч. Снова ударом за штрафной. Футболисты Интера заставляют Консили вступить в игру. Брозович. Икарди получает неожиданную передачу и сравнивает счет. Нет, офсайд. Офсайд фиксирует судейская бригада. Владел мячом. Момент передачи. Ну, кажется, да, Икарди все-таки был ближе к воротам. Хотя, наверняка, вернуть чужим воротам. Политано подхватывает мяч. Контратака. Втроем идут вперед. Футболист Сассоло. Интер не успевает вернуться в оборону. Передача Берарди. То штрафной удар. Ближний угол. Рядом со штангой мяч летит. Кажется, Ханданович мяча коснулся и должен быть назначен угловой. Канцелу. Заброс Висино. Висино сбрасывает мяч. Икарди. И Лемос в последний момент снимает мяч с головы. Перешич. Икарди. И Консили. Опять за гранью. Консили. Офсайда нет. У Перешича в момент паса из глубины поля. Мешает Джапон к удару. Не было офсайда у Икарди также. Но Консили... и в этом эпизоде спасает команду от верного гола. Кармачи провел за Сассоло, забил он дважды, отдал две голевые передачи. Сейчас вместе с Берарди он идет вперед. Берарди смещается в центр и забивает. Какой сумасшедший гол Берарди. 72-я минута. Сассоло делает счет 2-0. Это красивейший гол. Четвертый всего лишь гол Берарди в этом чемпионате. Убрал он Шкринера и мощнейшим ударом ближний верхний угол Берарди вколачивает мяч в сетку ворот. 2-0 в пользу Сассоло. Один. Берарди забивал и перед этим с пенальти тоже. Домашний игре в штангу и затем в ворота влетает мяч после удара. Ну, наверное, на удачу от Рафини. И удача сейчас повернулась лицом к Интеру. 80-я минута. 1-2. Очень важный гол. Время осталось удивить соперника, как и в матче против Удинезе. Неожиданным ударом. В 24-й раз мяч попадает в каркас ворот соперника после ударов игроков Интера. И во втором матче к ряду от штанги...